В итоге пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали пожар. Площадь возгорания составила 52 квадратных метра. В ходе разведки был обнаружен погибший мужчина 1941 года рождения. Мужчина проживал в доме один, но его часто навещали родственники. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России. Рассматриваются две основные версии – короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи, так как очаг пожара находился на кухне. Еще одна трагедия произошла во Владимире. На пожаре в многоквартирном доме в Октябрьском военном городке погибла женщина 1954 года рождения. В ходе тушения пожаров с использованием дыхательных аппаратов сотрудникам пожарно-спасательных подразделений с верхних этажей было спасено и эвакуировано в безопасную зону 3 человека. Еще 20 человек, в том числе 3 детей, эвакуировались самостоятельно. Пожарные ликвидировали огонь на площади 16 квадратных метров и не допустили распространения огня по всему дому. А накануне 10 мая сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в двухквартирном жилом доме в Вязниках. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Погиб владелец квартиры, в которой начался пожар, мужчина 1961 года рождения. К возгоранию могло привести короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем при курении погибшего. Еще два человека погибли на пожарах в жилых домах в городе Курлово Гусь-Хрустального района и в селе Суворовское Суздальского района.